В наших лекциях мы говорили о том, какое место занимает сердце в духовном становлении. Мы говорили о том, что такое сердце с библейской точки зрения. Мы пытались также понять, как Бог меняет наше сердце через обращение, через посвящение. Мы говорили о том, что даже после обращения и после посвящения сердце может оставаться несвободным. Мы говорили о закупорках. Это вина, это горечь, это беспокойство. Мы говорили о том, как укреплять сердце. Мы говорили о том, как хранить сердце, прилежно хранить его, как питать его. Мы многое с вами уже обсудили. Но теперь наше дело подвести итог, все это как-то объединить, для того, чтобы понять, как Бог дает нам силу через Святого Духа. Сегодня мы будем говорить о том, как обрести силу для преображенного сердца, о роли Святого Духа. Невозможно прожить по-христиански, невозможно жить христианской жизнью только своей силой. Иногда мне говорят о том, что жить по-христиански тяжело. Я отвечаю, нет, жизнь по-христиански совсем не тяжело. Жить по-христиански невозможно. Именно поэтому Бог дал нам Святого Духа, для того, чтобы мы могли прожить такую жизнь. Но о Святом Духе говорят очень мало. Мы часто говорим о Боге Отце, о Боге Сыне, и как-то забываем про Святого Духа. Но именно Он источник нашей силы. Именно Он ведет нас по жизни. Именно Он укрепляет нас, дает нам силу, чтобы пройти через все испытания, через которые нам суждено пройти. И чтобы понять роль Святого Духа, давайте вспомним о том, что мы рождены от Духа. Иоанна 3,5. Мы рождены от воды и Духа. Мы возрождены. Бог, Дух Святой, обличает нас во грехе. Бог, Дух Святой, обновляет нас. Мы были мертвы духовно, сейчас мы живы, потому что Дух Святой возродил нас. Он дал нам новую жизнь для Бога. Но это еще не все. В тот момент, когда Дух Святой, Дух Божий возродил нас, Он также поселился в нас. Теперь Он живет в нас. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стих. «Разве вы не знаете, что тело ваше — храм Духа Бога Живого? Каждый христианин становится жилищем Святого Духа, храмом Святого Духа. И это еще не все. Именно Святой Дух преподает нам крещение. Он крестит нас, вводит нас во Вселенскую Церковь, тело Христова. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. «Крещены одним Духом, единым Духом в тело Иисуса Христа». Таким образом, мы становимся частью тела Христова, Церкви Христовой. Более того, мы запечатлены Святым Духом. Нам дается гарантия, нам дается залог Святого Духа в том, что мы придем к конечному пункту нашего духовного пути. И все это происходит в момент нашего обращения. Дух Святой обличает нас, Дух Святой крестит нас, Дух Святой поселяется в нас, Дух Святой, запечатлевает нас. Но что же еще должно произойти? И это не происходит автоматически, но оно должно произойти. Это укрепление силой Духа Святого, хождение по Духу Святому, таким образом, чтобы Дух Святой мог действовать через вас. И вот эту функцию, эту роль Святого Духа нельзя переоценить. Он вечный источник силы. Бог дал нам Иисуса Христа, Сына Божия, чтобы мы получили жизнь вечную. Бог дал нам Духа Святого, чтобы мы получили жизнь внутреннюю. И нам важно не только обрести вечную жизнь в Иисусе Христе, но и внутреннюю, духовную жизнь от Святого Духа. Существует множество подходов к христианской жизни. Кто-то скажет, что ведь у нас еще есть наша плоть, наша ветхая природа. Да, мы возрождены Духом Святым, Дух Святой живет в нас, Он запечатлевает нас, Он крестит нас, но все равно есть ветхая природа, есть плоть. И тогда вопрос, как управлять этой ветхой природой, как обуздать ее? Кто-то скажет вам о том, что эту ветхую природу можно, в принципе, просто изжить, убрать ее через молитву, через пост, через предстояние пред Богом. Так или иначе, эту ветхую природу можно просто убрать, выжить. Проблема заключается в том, что это не библейский подход, это не работает, это неправда. Есть люди, их много, которые говорят о том, что старую греховную природу можно подавить. Не изжить вообще, в принципе, а подавить. Ее можно подавлять правилами, определенными постановлениями. Ну, примерно как фарисеи в свое время говорили, так и во многих церквях сегодня говорят. Этого нельзя, это недопустимо. Проблема заключается в том, что это только внешние проявления. Это лишь правило без внутреннего преображения. И это не работает. Потому что в результате постепенно человек все больше и больше видит конфликт между внешними правилами и внутренним состоянием. И в конце концов возникает взрыв. Я неоднократно видел примеры этого взрыва. Человек пытается вести себя так, как требует церковь, так, как должен вести себя хороший христианин. Человек становится хорошим актером, но не христианином. Он знает, что и когда и как говорить. Он знает, как положено поступать. Он знает, чего делать нельзя. И люди говорят, вот хороший христианин. Но внутри у него возмущение, но внутри у него битва. И так или иначе, сердце у него все равно разбитое, сердце у него все равно сметенное. Бог не хочет, чтобы мы искореняли ветхую природу. Не хочет, чтобы мы подавляли ветхую природу. Он хочет, чтобы мы противодействовали нашей ветхой природе. Дух Святой противодействует нашей ветхой природе. И учась ходить по Духу, мы научаемся тому же самому. Мы видим Его роль, мы видим нашу роль. Мы видим, что Дух Святой сделал для нас, когда мы только-только покаялись. Теперь давайте разберемся в том, что нам теперь делать. Жизнь христианина — это жизнь сверхъестественная и жить ее надо сверхъестественной силой. Именно поэтому и дан нам Святой Дух. Какова же наша роль, какова наша ответственность? Бог показал нам, что сделал Он, а что же нам теперь делать? Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.